Друзья, всем привет! Многие пишут из вас в комментариях, почему я не захожу к ламам. Ну, вы и сами знаете. С ламами у меня тут особые отношения. Да, во! А так хотелось угостить мне лам арбузом, абрикосом, кабачком. Но самец тут яро на меня нападает, плюет. Ну что, побросаю вам в вольер. Ну что с вами поделаешь, мои хорошие ламы. Хорошо, что я стою вдалеке. Ну что, бери угощение. Вон арбуз, нет. И шага нельзя подойти. Мальчик лама плюет в меня. Ох, отгоняет меня от своего вольера. Да я и не собираюсь тебе. Рычит практически как лев. Рядом с ламами здесь недалеко находится вольер львов. И видно, ламы учатся у них рычать. Конечно, я шучу, друзья, шучу. Но к ламам близко не подхожу. Ну что ты плюешься? Все-таки долетают до меня от ламы плевки. Хоть я и стою на расстоянии метров 2,5. Вот уже полностью разложил свою селфи-палку, чтобы доставать до лам, смотреть, как они себя ведут. Но нет. Плевки. Фу на тебя. А так хотелось мне их угостить. Самое интересное, друзья, в видео с верблюдами, когда лама подкрался сзади и замаскировался, я от него плевков не увидел. Но здесь, на полном серьезе, лама атакует меня. Своими мощными плевками. Еще и рычит. Так, ну и реакция. А лучше бы ты пошел и слопал арбузик, которым я угостил тебя, чем плеваться и рычать. Так что, друзья, как видите, с ламами у нас натянутые отношения. Никак мне не удается с ними подружиться. Чем бы я их ни пытался угостить, как бы ни пытался их приманить, но нет, плевки, да и только. И ближе не подойти. Вот 2 метра – это то расстояние, на котором я себя чувствую безопасно и не обплевано. Вот так. Сглазил. Все, теперь весь я в соломе. Всем отличного настроения, друзья. Приезжайте в зоопарк «Сказка» и приходите к нашим ламам.